Добрый день. А зачем вы фотографируете? А вот. Надо, да? Хорошее состояние. Сергей Павлович, вы вообще молодец. Вот как все. Вы наш магазин только не фотографируйте, ладно? А то в магазине нельзя собаке быть. Начальство ругается. Мы нелегально. Не, нельзя. Что-то снять. Только магазин не надо, вывеску не надо, ладно? Вот что вы заметили? Чего, боитесь? Чего? Вывески только наши не надо, хорошо? Так, где она будет жить? Сергей Павлович, вот здесь она будет. Сергей Павлович профессионал. Он показал себя как... Вот что бы на него кто ни говорил, это человек, который совершенно профессионал. Вот такую собаку, которая была, мы ее 2 года не могли поймать. Он это сделал за 30 минут. Не слышала ни шума, ни лая, ничего. Это сделал профессионал. Вот пусть хоть что на него кто говорит, я вам скажу, что это настоящий профессионал. Все, вот мое мнение. И большое ему спасибо. От всей нашей организации, от Института садоводства, мы ему просто благодарны. Мы обязательно на нем напишем отзыв. Что это человек, и что на него там говорят, вешают на него это, потому что он просто не оправдывается. Есть люди, которые в диалог вступают и оправдываются. Он молчит, и на него все подряд вешают. Это безобразие какое-то. В передержку звоню, они ой-ой-ой. Я говорю, ну надо же, ой-ой-ой. А мы от него ой-ой-ой. А мы поняли, какой это человек. И вот надо, нет, чтобы ценить вот таких, это редкий, вот на он, я не скажу про Россию, но на весь Алтайский край это самый лучший кинолог. Так. 2 года мы не могли с ней справиться, представляете, 2 года. И вот, пожалуйста. Так, что сюда ее примотали батареей? Ну, мы-то ее вообще хочем не примотать, чтобы она у нас так гуляла. А зачем вы хотите, чтобы она так гуляла? Не надо, да? Вот ну, смотрите, так. Сергей Павлович, примотайте вот куда можете, вот как вы профессионально. Поэтому я не знаю, почему у нас такие люди. Вот надо таких людей вообще ценить и беречь. Это же единицы, вот чтобы с такой собакой справиться. Вот почему люди не понимают? Она так может батарею оторвать, у меня уже было такое. Может батарею оторвать, да? Да. Ее там то ли вырвало, еще зелень одна машина. Ну, да, вырвало. Это... А если вот за решетку? Сережа, какая порода-то? За решетку. Окно же она не выломает. Это беспородная собака. Это беспородная собака. Здесь, она с кем-то с породистыми была. Бабушка все видела. Да? Да, конечно. Ну, вот. Так что мы приносим большую благодарность Сергею Павловичу. А любить его за это надо. Собаку роды стерилизуют. Знаете, это наше желание. Он меня, кстати, отговаривал. А он с вами сообщество, знаете, люди, которые... Мы отговаривали, потому что, а что вы думаете, она на территории, она нечетная, она гуляется, она собрала всех кобелей. Люди все на дыбы встали. Ей такая жизнь не нужна, уродливая. Просто ее отдать, где усыпляют, из нее же... Вот мы с вами совершенно не согласны. Мы вот пенсионеры, бабушки, с вами вообще не согласны. Мы ее сейчас стерилизуем, она у нас будет жить в будке, она у нас в любви, кормленная, бегает. Она вот когда не гуляется... Как же в любви, если у вас 10 человек, и никто ее не может себе забрать? Что же это за любовь-то ну, такая? Мне непонятно тоже. К сожалению, я вот живу на 3-м этаже, у меня 3 кошки. А я на 8-м, у меня 3 собаки. Ну, никак, вот за эти, ну да. На севере, Хаси. Сотни тысяч собак. Ну, понятно, понятно, понятно. Вот сколько людей, столько и мнений, да? Но я вот сейчас про Сергея Павловича скажу, это профессионал. Да. Вот мое мнение. Да. Вот знаете, вот так собаку взять, она же там показала все зубы. Дайте деньги получить, его сказнить надо за это. Да почему? Видите, Сергей Павлович, сколько людей, столько мнений. Ну, вот такие. Казнить или помиловать? Давайте помиловать, помиловать. Помиловать, а сами вниз сделайте. А вы что думаете? Слушайте, а вы что думаете, если вы собаку усыпите, вы хорошо сделали? Только так. Нет. Она назначена. Человек хозяин. А как овечек? Ни за что не соглашусь. Сергей Павлович, не слушайте его. Может, он и человек хороший, но не слушайте его, пожалуйста. Мы его попросили, человека. Он нам все сделал. Баранов колят? Я не буду на эту тему дискутировать. У меня свое мнение. Я совершенно с вами не вступаю в диалог. Нельзя, что... Сергея Павловича благодарим. Эту тему закрываем. Она закрытая у нас.
Сергея Павловича благодарим, делаем ему низкий поклон, потому что иначе у нас бы ее отравили. Все. Вот она ее, еще поживет. Это дело. Так ее так и так отравят, если она будет бегать-то. Если она не кобелится, ее никто не отравит. Да кто знает, когда отравит? Она у нас, знаете... А как ее узнает, что она не кобелится-то? Так она собак всех собирает. Рядом, как усили гулять, увидите. Она когда у нее, когда течка, извините, она же собирает всех кобелей. Тут 10 вот, штук бегает. Вот в приюте, они когда стерилизуют, они на нее эту бирку весят. Угу. И чип вставляют. Что действительно вот. Не это самое. А вы слышали, что тут вчера, это или 3 дня назад... Труп женщины беременной нашли растерзанной собаками и ищут владельца. Ну не будем на эту тему. Ну не будем мы на эту тему. Ну знаете, мы не будем на эту тему. Мы все только в одной области задавили. Мы знаете что, мы Сергею Павловичу благодарны, он хороший профессионал, на этом мы расстанемся. Пусть каждый остается со своим мнением. Профессионал, 60 душ отнял. Ну мы же душу не отняли, ну это же душа живая. Зачем ее мучить это? Или держать уже дома было? Мы ее сейчас, она у нас... 5 дней, мы ее на улицу выпустим и все, я пусть не она... знаю, как вас звать, я занимался в уголовном розыске, а не просто так. Mm-hmm. Отец спас овечек, у нас 3 волкота в это время, мы с собаками выросли. И никогда не было, чтобы уродовали собак, никогда. Mm-hmm. А были слухи, время другое. Время другое, извините, время другое. Но время сейчас все сейчас позволено, наркотики. Собак выбрасывают, мы вот такие лояльные кормим их. За шиворот, и получается, за шиворот. Это вот... Вас надо за шиворот, ну, потому что вы собираетесь их уничтожать. А Сергея Павловича только погладить надо, пожалеть. Летчикам фунту для чего делаете собачьи шкуры? Ну не будем мы на эту тему. 300 тысяч взяли собаку. Да не будем мы на эту тему. Я не хочу слушать. Нет, не эту тему. Фашисты постановили. Я знаете, что я не дискутирую на такие темы, Сергей Павлович. Это не для слабонервных. Имейте в виду, что я пенсионерка. Вот я не дискутирую. И потому на вас и всех вешают собак. Сережа, поехали. Вы во всем виноваты, во всех грехах. Прокуратура. Сергей Павлович, спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья. Не единственное, знаю, что знаю. Вы для себя же это фотографировали. Я надеюсь. Вот, к нему все вопросы. Вы, пожалуйста, нашу вывеску и магазин, пожалуйста, не показывайте. Потому что наше начальство, мы сейчас принадлежим Москве. Вы же добро делаете. Добро делаем. А за добро начальство. Сергей Павлович, подождите. Начальство оно только за злые дела наказывает. Сергей Павлович, я вот вам скажу, что вы там просто загаймируете, что не в магазин или куда. Потому что у нас мы сейчас принадлежим Москве. У нас ничего нет, ни продуктов, ну и что? Ну и что? Но это магазин, все равно я не имею права сюда. Они меня уволят сразу. Потому что я не имею права сюда собаку запускать. Вы можете там... Ну, меня показать можете. Я вас научу отлавливать собак, будете зарабатывать. Нет, спасибо. Это не для... Сергей Павлович, у вас энергетика определенная. Вы человек, который, может быть, даже у вас талант в этом деле. Да я, извините, нет, конечно. Я тоже, вот честно говоря... Сергей Павлович, значит, мы с вами договорились. Фотографии там, если будете куда-то выставлять, вы пожалуйста, заштрихуйте вот этот наш магазин. Вы обратили внимание, что собаку желчью вырвало. Uh-huh. У нее селезенка. Увеличенная. Собака нездоровая. Угу. То есть, лечить ее надо, да? Если она умрет в ближайшее время, то... Вы так думаете, что умрет? Нет, я не думаю, что она умрет. Но если она умрет, вы как бы... Претензии-то какие-то? Претензии ко мне. Собаку в машине вырвало желчью. Угу. Ее прооперировали, ставили наркотик. Когда скрыли, селезенка увеличена. Он сказал, собака больная. Ну понятно, она, наверное, под машину у нас попадала. Вот, и голова пробита. Вот. Сергей Павлович, вы поняли меня. Меня можете там это самое выставлять, но магазин наш ни в коем случае. Но потому что мы принадлежим Москве, у нас сейчас ПАНО организация, и у нас закрытая тема дендрарий. То есть магазин не должен. Вот вывеска наша, Сергей Павлович, светиться не должна, хорошо? Да я не показывал. Спасибо большое. Сергей Павлович, посмотри, какая зелень из нее шла. Вот отсюда зайди, погляди. Да видно. Это ужасно, это из нее все выжимает. Это и жизнь так не устроена. Да. Вот. Грязная работа. Поэтому я понимаю, ты приехал. Пиф-паф. Готово. А что это такое? Ну отзывов будет это и там комментарии еще. Это очень изумленные, зоозащитники очень изумленные. Ну не вот так. А вот сразу видишь. Нет, тема закрыта, они не хотят, правда, значит. А правда-то в том, что собаки.
сейчас, сейчас. Скажешь, когда закончить? Да, все. Все, да?